Есть много видов спорта, но мало что так притягивает, как автоспорт. Миллионы зрителей с замиранием сердца следят, как свирепый автомобиль несется по трассе, с трепетом провожая его глазами, молясь за своего героя, который бесстрашно летит к финишной черте. Добрый день, уважаемые друзья! Зовут меня Карепов Григорий, я главный судья мероприятия. Сегодня проходит мероприятие, второй кубок ДСААФ. Проводит его два клуба совместно. Это внедорожный клуб «Фортуна 4х4» и «АДО Азимут». Спонсорами нашего мероприятия являются АВС, это автомобильные аксессуары, и компания «Рутек», это присадки, двигатель. Сегодня будет три категории: D0, D1 и D2. Участников заявлено пока человек 12, но подтягиваются без заявок. Проходить будут в несколько этапов. D0 у нас будет проходить вот здесь, то есть это штатные автомобили без каких-либо переделок и доработок. И D1, D2 будут проходить там вот выше, более серьезные машины с подготовками, такие вот, как вот эти машинки, вот эти вот. Вот. Секций будет 6. Изначально построены 3 секции, далее они будут перестраиваться, и после обеда уже будут следующие 3 секции. Красноармейская земля, потому что здесь дали нам, мы проводим это при поддержке администрации Красноармейского, города Красноармейска, клуб «АДО Азимут» местный, друзья наши, поэтому здесь и проводим. Проводим не первый раз уже здесь, нравится, удобно и недалеко. Также у нас, помимо мужчин, участвуют еще и девушки. Девушки участвуют наравне с ними, ни капельки им не уступая, а где-то даже и превосходя. То есть занимают призовые места. Девчонки у нас молодцы. Здравствуйте, уважаемые друзья! Рада приветствовать вас на втором этапе ДОСААФ России. Проводит его клуб «Фортуна» при поддержке клуба «Азимут». Первый этап прошел по грязи, было трофи, и да, и у нас тоже на первом этапе трофи было, поэтому решили сейчас отказаться, немножко дать спортсменам перекур сделать. Вот. Спасибо администрации города Красноармейска за то, что пошли навстречу, разрешили нам провести здесь мероприятие в черте города. Сейчас предоставим слово. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы города Красноармейска Федорову Александру Борисовичу. Поприветствуем, товарищи! Всем добрый день, уважаемые друзья! Я очень рад вас приветствовать в нашем городе. Честно, завидую немного тому, как вы проводите время, с таким интересом посмотрел. Для меня это определенно новый вид спорта. Надеюсь, в нашем городе он найдет тоже поклонников. Присоединиться ваша семья, может быть, немножко разрастется. Надеемся, в следующие годы также с вами наладить взаимовыгодное сотрудничество и приглашать вас, потому что взаимовыгодное, я сказал, почему? Потому что люди должны получать еще и эстетическое удовольствие от того, как красиво двигаются машины и какой увлекательный этот вид спорта. И если мы сможем на следующие годы приглашать зрителей, сейчас я просто гляжу, достаточно мало у нас желающих посмотреть, но в силу, опять же, объективных причин, эпидемиологической ситуации, не стали мы собирать большое количество, поэтому не давали в сетях. Вот, но пройдет, покажем, на следующие годы будет, дай бог, все хорошо. Всем участникам желаю спортивной удачи, вот, чтобы машина не подвела, чтобы смогли доехать до конца, и пусть победит сильнейший. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Итак, друзья, ничего у нас нового, все по-старому.